Хорошая девочка. Быть главой компании значит быть партнером и наставником. Ты разве не должна быть на работе? Все только и ждут, когда я сломаюсь под давлением. Сейчас подходящий момент представить вам стажеров. Да. Эй, а как ты успокоил ту собаку? Дал ей печенье. У тебя всегда с собой сладкое? Вы тоже хотите? Кто вписал меня в программу наставников? У тебя 7 минут. Итак, как все началось? Я вижу себя... жаждущей власти. Думаешь, я такая? Думаю, что ты любишь делать, что тебе скажут. Простите, я не это имел в виду. Это было неуместно. Твое поведение неприемлемо. Неужели? Чтобы заниматься этим, надо установить правила. Это мне? Начнем с главного. Я говорю, ты делаешь. А если я не хочу? На колени. Нет, что? На колени, быстро. Я... Ты этого хочешь? Ты так молод. Я не хочу тебя ранить. Ты меня? Ты в моей власти. Потому что я могу сделать один звонок, и ты потеряешь все. Тебя заводит, когда я так говорю? О, здрасте. Вы забыли ноутбук в офисе. Мам, можно Мэри придет к нам в гости? Я искренне верю, что женщина, наделенная властью, так себя не ведет. Мне остановиться? Что с тобой происходит? Я никогда не испытывала ничего подобного. Хорошая девочка. Плохая девочка. В кино с 16 января.